Привет, сегодня у тебя на экране с любого устройства мобилка, монитора, телевизора. И чего ты там смотришь? Или, может быть, с окна ты смотришь, не знаю. Будет стратежка. Надоели мне, короче, симуляторы, бродилки, аркады и прочая всякая такая штука, в которую обычно я играю. Думаю, надо бы постратежить. Давно не было стратежек. Вот и будем играть мы сегодня в Going Medieval. Не знаю, что это за игра, просто наугад тыкнул, купил. И вот будем сейчас с тобой смотреть. Даже еще не играл, честно тебе скажу. Надеюсь, что интересно. Так, сценарий. Есть стандартный, мирный и выживание. Короче, выберем стандартный, сложность средняя, потому что мы же не нубяры какие-то, да, не первый раз стратегию играем. Новая жизнь, начальные условия. Волк-одиночка. О, еще и... Ой, можно обратно вернуться, пожалуйста? Новая жизнь. Даю тут определенное количество ресурсов, экипировку, какое-то ограничение для поселенцев. В общем, рекомендуемый сценарий для новичков. А волк-одиночка — это что такое? Этот поселенец начинает обосновываться в одиночестве, страдая от нехватки ресурсов в самых суровых условиях. Начальное время года — зима. Вот я думаю, что давай с волк-одиночки мы и начнем. Погнали! Ух ты ж, ё-моё, сценарий. Еще одно сценарий. Выбрать местность, где мы начнем, видимо. Долина, горы... Косогор. Косогор, ну и название. Ну вот давай, вот это Косогор мне нравится больше всего, давай. Там можно будет, если что, и нормальненько так обустроить свою защиту. Значит, можно что-то тут вкачивать? Или что? Особенности? О, особенности есть. Моргала. Ли чувствует себя... А, его Ли зовут? Подожди, давай переименуем. Давай назовем его Горец. Подожди-ка. Горе. Мыка. О, вот так вот лучше, да. Все, огонь. Зовут его теперь Горемыка Ридж. Какой-то полуславянин, полуамерикос. Ну ладно, неважно. Давай посмотрим по особенностям. Моргала. Горемыка чувствует себя полным сил после пары минут сна. Это классно. Вихрь. Горемыка несется словно ветер и скачет будто лань. У него довольно быстрая походка. Это тоже классно. Плюс 5% к передвижению и 10% к движению. Самая крутая его способность – это столярное дело. Все, можно начинать. Волк-одиночка. Пробираясь сквозь метель, группа выживших возвращается с последней охоты в этом году. Один член группы пропал без вести и считается погибшим. Горемыка теперь совсем один, вдали от каких-либо признаков цивилизации. Стиснув зубы, он решает построить новый дом, чтобы укрыться от пробирающей до костей холода. Вой волков – его единственный спутник в этих краях. «Хорошей земли предостаточно? Бери, не хочу». Во всех уголках этого некогда великого края жители отстраиваются заново в надежде, что ужасы последних лет останутся позади. Да, возможно, его ждут сражения. Голод, засуха, болезни. Но что ж с того? Жизнь идет своим чередом, бормочет Горемыка себе под нос. И я должен. Одинокий странник пробирается через покатые холмы и древние полуразрушенные форты. На каждом подъеме Горемыка наслаждается видом, простирающимся на многие лиги. «Ни один враг не останется незамеченным», — думал он. Здесь он основал лагерь, который со временем станет поселением под названием Оторп. Погнали! Итак, вот наш Горемыка. Добро пожаловать! В принципе, все, можно закрывать и начинать игру. Я нифига не запомнил, что там было написано в обучении, но главное, что я знаю, как управлять. Ну что, Горемыка, давай приступим. Иди, собирай вот эту вот всю требуху. Как, это экипировать можно? Экипировать короткий лук, изящную. Ну давай попробуем, возьми лук. Ты хочешь взять вот эту вот штуку? Или нет? Негде хранить ресурсы, у жителей нет дела. Конечно нет, он просто ходит. О, олень! Вот если бы у тебя был лук сейчас в кармане, да хотя бы на руках, ты бы вот сейчас взял и оленя бабахнул, и поужинал бы чем-нибудь. Так, приватизируйте транспортировку на склад. Это как, приватизируйте транспортировку на склад? Что-то не русское написано, что-то не славянское. Ты можешь экипировать хоть что-нибудь? Наконец-то он взял копье, аллилуйя. И вот это тоже возьми. И вот это тоже. А, вот это он не может. А, он может таскать либо копье, либо лук. А где у тебя лук? Покажи мне, где твой лук. Как меня это бесит, а? Он меня вообще не слушается. Ну хорошо. Значит, нам нужно построить склад, правильно же? Где долбанное обучение? Еще я должен тут все методом тыка, что ли, изучать? Тут у нас основы, производство... Стена из дерева. Ты сможешь стену из дерева построить? Так, подожди, давай я паузу поставлю, а то мы с тобой сдохнем так. Значит, вот у нас тут есть вот эти срубить. О, срубить. Ты можешь срубить дерево вот это. Пойдешь, срубишь? Давай. Горемыка, беги. Как ты будешь рубить, если у тебя топора нету? Откуда ты топор взял?
Я просто балдю с этого горемыки. Ну ладно. И что ж ты будешь с ней делать? Ну конечно, он просто пошел дальше. Ясно. Давай ты, может быть, вот это вот как-то соберешь, я не знаю. Кому ты это все хочешь оставить? Может быть, вот это ты возьмешь? Не могу приватизировать, на складе нет свободных ячеек. Ну понятно. Значит, как нам склад построить? Досуг, мебель, производство, военное дело, зоны. Значит, пол из дерева. Давай сделаем пол из дерева. Здесь у нас будет склад. Вот такой вот небольшой склад. Горемыка, давай, пошел. Все, древесину? Да, вон, смотри, древесину потащил. Пол делать же надо. Опа, ништяк. Красавчик, Горемыка, я верил, что ты на все руки мастер. Вот у нас и пол будет. А вот это что такое? Кулачный щит. Ага, а вот это? Три упаковки еды. Ну, в общем, это, как говорится, что Бог дал, что послал, тем и пользуемся. Или, может быть, это Горемыка, пока сюда шел, у него какие-то запасы остались еще. Или что-то он собирал по пути. Недостаточно разрешенных ресурсов. Древесину. Вот у тебя древесина лежит. 20 лесоматериала. Это же огромная куча. Возьми ее и приватизируй. Засранец. Ладно, бери свой чудо-топорик и иди руби вот это дерево. Гримык, вперед, let's go. Let's go. А, ты, наверное, не знаешь, что такое let's go. Ты, наверное, еще даже разговаривать-то не умеешь. Он, наверное, мычит у меня просто. Потому что людей вокруг нет, кто его бы научил разговаривать, правильно же? Ну, хорошо. Значит, я единственный, кто может с ним общаться. Считай, что я бог. Я же на него сверху смотрю, правильно? Он может ко мне обращаться за молитвой и просьбой о еде. Отлично, Гримык срубил дерево. Чё-то настроение у него плохое. Чё с тобой стряслось? Чё не так? Немного хочется есть. И сразу красный смайлик, да? Постройка не удалась. Почему это? Ты чё, чё-то сломал? Постройка не удалась. Вот он кривожопый-то, а, оказывается. Да не, он на все руки мастер, просто иногда у него что-то не получается, как и у всех людей. Это бывает, это не страшно. Давай, Горемыка, я верю в тебя. Чуть-чуть осталось, совсем. Так, красавчик. Жалко, у него нет лица и рта. Кстати, зачем тебе еда, если у тебя нет рта? Возможно, он каким-то другим местом ест. Мы просто еще не догадываемся о чем-то. Человек, точнее, бог создал подобных себе по своему образу и подобию, да? Вот, а глаза и рот решил не делать, а то слишком будут похожи на бога. О, обучение какое-то появилось, смотри. Что за обучение? А, вот оно как, вон оно что. Запереть разрешите. Поселенцы не будут взаимодействовать с запрещенными предметами. Запрещенные предметы будут помечены особым значком. Вы можете разрешать и запрещать предметы для сбора, понятно. Склад вашим. Поселенцам понадобится место, где они смогут хранить ресурсы. Вам потребуется обозначить зону для склада. Я, блин, походу, что-то не так начал делать. А, смотри, вон он как обозначил склад, и они просто туда складывают. Даже участок пола он не сделал. Понятно. Выберите обычный склад в меню зоны F7, который находится в левом нижнем углу экрана. Склад. Ты видишь пол для дерева? Вот-вот-вот. Я не вижу, где здесь склад. О, я нашел. Вот F7, вот последний пункт выбираешь, и тут склад по умолчанию. Можно разным цветом его обозначить. Все, а наш Горемык достроил пол, соответственно, вот этот пол и будет нашим складом. Вот, Горемык, давай, let's go. Вот это все надо разрешить ему брать. Как разрешить это все брать надо будет, еще раз обучение. А, вот эту галочку ставим. Все, он может теперь это брать, и в том числе древесину. Отлично, отлично. Давай, переноси. А, он сразу пожрать, смотри, как он жрет. Он просто толкает какую-то еду в бороду. Ну, кто как может, так и ест. Все, он раскидывает все материалы, которые в свободном доступе по складу. Красавчик. Обучение строительства или приказы. Давай приказы посмотрим. А давайте приказы вашим поселенцам при помощи кнопок приказов. Отличное обучение просто. Кэпы очевидности. Попробуйте приказать вашим поселенцам срубить дерево. Это мы уже сделали. Без вас. Обучение строительства. Вашим поселенцам все еще нужно жилище. Я думаю, с этим мы тоже разберемся. Для начала постройте деревянные стены из меню основы F1 в форме прямоугольника. А затем добавьте деревянную дверь и кровлю из соломы. Разместите подстилки из меню мебель F3 в их новом доме, чтобы вашим поселенцам было где спать. Окей. Все, мы это сделаем. Значит, давай, Горемык, и то у меня пока одинокий. Жены у тебя нет. Значит, начнем строить тебе небольшой дом. Пол у нас здесь есть.
Давай мы сейчас сделаем теперь стены. Вот такие вот стены. Насчет прямоугольника не знаю, у меня будут дома квадратные. Вот. Такенный домище. Главное, чтобы он эти стенки не возвел так, чтобы он потом войти не смог в помещение, в складское, и ничего оттуда не вытащил. Такое тоже может быть. Застроит себя вот так вот, и все. Он потом не вылезет оттуда. Смотри, у нас, короче, что тут? Минус 14 градусов, ясно. Офигеть. Всего в году 4 сезона, каждый из которых длится 12 дней. Угу. Так, Горемыка всю древесину уже израсходовал. Что-то опять ему там не нравится. Хавать хочешь, что ли? Или что? Что такое? Расписание любое. Не хочет и есть. А в чем проблема? Что у тебя смайлики какие-то беспонтовые? Давай настроение посмотрим, что тут. Дрожит, видимо, от холода. В неприглядной одежде. Да вроде нормально, ты же не в труханах бегаешь, ё-моё. Лишен религиозных знаний. Ой, такое тоже бывает. Религии нет и все, и капец. Предлагаю тогда тебе сделать небольшую настилку, чтобы ты мог... Вот, соломенная подстилка, на которой ты сможешь поспать. Как ее развернуть? R. О, вот так вот тебе ставим тут кровать. Сделаешь ее из соломы? Ну че, Горемыка? Погнали солому-то добывать. Я где-то ее видел, вон она, внизу. Вот сюда, драпай. Горемыка, да сюда. Приватизировать. Траву. Срочно. Вот у нас коса есть. Давай ее. Коси. Коси траву. Уже ночь на дворе. 21 час. Волки воют. Сейчас придут и тебя сожрут. Бочину откусит. Так что паши быстрее. Горемыка. Блин, отличное имя ему придумал. Особенно то, что он один. Куда ты побежал? Да вот. А, это он столько может только унести. А, это он это. На потом оставил, видимо. Все, кровать делается. Четко можно сейчас будет поспать. Похоже на могилку. Ну ладно. Сейчас он эту соломку заберет. Ага, шиш бы там ты соломку эту забрал. Он другую начал косить. Усо, все покосил, красавчик, и все. Ты погляди, а почему ты сразу не мог забрать вот это вот сено, которое ты покосил? Он скосил три кучки сена, и все их забрал. И выложил одну вот сюда. Все, дрыхнет, чувак. И, кстати, ускорение сразу врубилось. На складе осталось мало продовольствия, мы это знаем. Жители страдают от холода. Ну, что поделать, если Горемыка не достроил себе домик. Так, я слышу какие-то странные звуки. Надеюсь, тут нет вампиров и каких-нибудь упырей, которые меня сожрут ночью. Здесь тоже хворост. О, проснулись. Че он там хочет? У жителей нет дела. Как нет? Пошли рубить деревья. У нас куча дел. Берешь топор и рубишь древесину. Ага, хавать пошел. После того, как мы закончим строительство нашего домика, нам нужно добыть продовольствие. Возьмем лук и пойдем охотиться на оленей, на кроликов. А вот это что такое? Глина. Давай-ка мы ускорим процесс рубки и постройки нашего дома. Вот, отлично. Шикарно. Приготовление пищи невозможно. У нас там еще еда есть. Есть. Так что жить будем. Давай теперь посмотрим, как нам сделать проход. Дверь из дерева. Окно из дерева. О, дверь. Давай ее влепим вот сюда. Здесь у нас будет дверь. Окошечко. Вот тут вот. Блин, я, конечно, с окнами немножечко протупил. Надо было сразу их сделать. Вот так. И тут тоже вот так вот сделаем. Вот и окна есть. Кровля из соломы. Прямая лестница. Так, Горемыка, че сидим? Че стоим? У него горн какой-то есть, это завербовать кого-то. Ну, Горемыка, он наш завербованный чувачок. Иди руби деревья, блин. Почему ему все время нужно указывать, что делать? А вот и входная дверь, отлично. Теперь он делает окно. Окно есть. Здорово. О, Горемыка рич строительство. Навык достигнут уровня 5. Отлично, он у нас теперь великий строитель. Я думаю, что вот эти окошечки можно открывать, когда захотим. Нет стола для исследований. Надо будет еще стол сделать. Ну, хорошо. Окошечко сейчас и тут появится у нас. Чудненько. Ну же, чуть-чуть осталось. Красавчик. Все, стенки у нас возведены. Чудесно. Теперь нам нужно сделать кровлю. Время немножечко приостановим. Кровля. Значит, как ее развернуть? Вот так вот, наверное, у нас будет кровля. Вот такая или вот такая. Да, давай, наверное, вот такую кровлю сделаем. Солома у нас там была, кстати. Мы ее притащили в большом количестве. Так,
Первая часть у нас готова. Здесь тоже. Отлично. А, мы можем сделать вот как-то там Ctrl и колесиком, чтобы уровень снизить. Сейчас, подожди. Просто надо подольше крутить. Во, вот так вот. То есть мы срезаем определенную область и можем смотреть, что там они делают в домике. Так, Гремыка, что ты тут тусишь без дела? Пошел собирать сено. Где еще сено у нас тут есть? Где-то ж было сено. Сено, сеночка. А, вот тут. Вот тут вот. Вот это давай собирай и вот это. Вон, сено у тебя, вагон, давай. Добывай все, крышу доделай. А, он спать пошел. Ну ладно, пускай дрыхнет. У нас уже начинается третий день. Почти достроили дом, это очень хорошо. Волки появились. Вот это я удачно дом построил. Они бы меня могли и сожрать, в принципе. Гремык, подъем! 4 часа утра. Он проснулся в 5. Засранец. Пошел куда-то к волкам. А, сено, крышу хочет делать. Ну хорошо. Что у нас там по провизии, кстати? Надо посмотреть, провизии еще осталось или нет. Ну-ка. Провизии у нас нет. Все сожрали. Надо будет добывать. Все, крыша у нас готова. Вроде бы как. Отлично. Значит, нам нужно сейчас взять оружие. Да ё-моё. Оружие. Щит. Лук у него, по-моему, в кармане был. Да, вот, лук у него снаряжен. Отлично. Ну чё, Горемыка, хавать надо идти, добывать. Так что вот, я вижу, тут охота. Где у тебя значок? Есть охота? Вот это что? Охотиться. О, отлично. Давай на кролика охотись. Иди добывай. Надо же что-то пожрать. А то с самого утра не ел. Смотри, стреляет. Попадет, не попадет, как думаешь? Хопа, убегает. Ну ты мазила. Давай догоняй его. Да, с такими успехами охоты мы, походу, не выживем. Да, кролик это, конечно, слишком сложно для него. Давай ускорим процесс, наверное. Е, прикинь, только ускорил, он сразу кролика хапнул. Красавчик. Давай, тащи его домой. По пути, может, там ягоды какие найдешь, грибочки. Вот тут у нас что? Вот это, подожди. Это что такое? Кости. Подожди, Гремыка, иди сюда. Гремыка, блин, иди сюда, говорю. Ай, засранец убежал уже. Что это за фигня? Тут, то есть, были какие-то другие люди? Похоже. Строим материалы. Из костей можно что-то построить. Прикольно. Давай посмотрим, что у нас тут по настроению у нашего Гремыки. Первоначальный оптимизм. Отлично. После сна в неудобной кровати. Минус один. А, ему еще кровать надо поудобнее сделать. Ясно. Ну, что там у тебя в домике? Я загляну, да, через крышу. А как насчет поесть? Значит, давай смотреть. На складе осталось мало продовольствия. Надо... Ну, мы добыли только что кролика. Приготовление пищи невозможно, потому что нет костра. Костер в дом затолкать можем? Нет? Да? Можем. Кухня у нас будет посерединке. Вот так вот. Надеюсь, дом не сгорит нафиг. Стол для разделки туши нам понадобится, и он будет у нас... Давай вот так вот его поставим. Вот тут как раз, самый раз. Гремыка, а ты где? Он что, за костями сбегал, что ли? Он, походу, реально кости стырил. Вот засранец. Чё ты несешь? Покажи мне. Сейчас посмотрим, что он выложит. Кости точно стырил. Ну ладно. Значит, вот эту штуку надо построить. Что там надо? 50 древесины. И костер. Костер вроде бы еще не доделал. Пойдем тогда рубить древесину, чё? Жители голодают. Ну что я могу поделать? Сейчас он дерево срубит и построит костер. Потом разделочную вот эту фигню... разделает кролика, и тогда мы сможем покушать. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Жители страдают от холода. Ну подожди, еще чуть-чуть. Давай огонек вон себе сделай, кострище. Давай еще вот эти вот срубим деревья. Главное, чтобы он успел развести костер до ночи. О, снег пошел уже, все. Зима наступила, ё-моё. Срочно разводи костер. Ну-ка, кострище будет, нет? Отлично, костер у нас готов. Чё там? Гремыка Риш, строительство навык достигает уровня 6. Это очень классно. Теперь нужно выяснить, как раздобыть костер. Ты можешь как-то, жители несчастные? Короче, все плохо. А, так вот, обучение, отлично. Для того, чтобы ваши поселенцы начали что-то производить, выберите рабочую станцию и добавьте продукты из списка продукции. Выберите количество продукта, который хотите получить. Все понятно. Значит, вот я выбираю, и я хочу еду сготовить. Недостаточно ресурсов. В смысле? Он кролика притащил. Льняная шапка. Где кролик, кстати, валяется? Вот кролик.
А, его же надо разделать вначале. Вот, разделать. Тут все подходит. Горемыка, иди быстрее разделывай, кролика жрать надо. 21 час, мы сейчас еще спать ляжем, и вообще огонь. Замерзнем нафиг. Ну, кстати, крыша у нас защищает, все хорошо. Сосульки появились на крыше, вон, видишь, висят. Горемыка пошел разделывать кролика, наверное. Отлично, наконец-то. Это очень долгая процедура, видимо, я не умею разделывать животиночку. Фиг с ним с разделкой, фиг с ним с голодом, поспать это за милую душу. Снег идет, нас засыпает. И что-то он какой-то несчастный, сейчас посмотрим по настроению. Вот, мясо у нас появилось. Он сырое мясо ест, ты что, с дубу рухнул? У тебя вот кострище есть. Пока ты ему вот носом не тыкнешь, вообще бесполезняк что-то, да, делать походу.